Итак, сегодня у нас 15 августа 2018 год, Харьков. Хочу снять, как у нас здесь все компактно. Это у нас памятник Шевченко. Это у нас университет. Соответственно, там же площадь Свободы. И университет, и площадь Свободы — приметные места Харькова. Вон у нас стекляшечка и скрипач на крыше. Оп. Ну, в общем, местоположение обозначил. Это у нас перманентно реконструируемый сад Шевченко и улица Сумская. Тут же рядышком, совсем рядышком, сад Шевченко, конечно, шикарный просто. Совсем рядышком 50-я параллель. Харьков — самый большой город на 50-й параллели северной широты. 50-я параллель проходит аккурат через центр города. Вот уже в нескольких десятках метров отсюда. Практически перпендикулярно этой улице Сумского. Там харьковская сирень. Знаменитости поприкладывали свои руки. Киношные. Киношные руки свои. Да. Разве не краса? Да, вчера снимал, вчера было пасмурно. Сегодня гораздо все красивее выглядит. А вот и 50-я параллель. Харьков, Москва 650, Рим 2028, Париж. Да, и вот это у нас нововведение. Герб города Харькова. Плашмя. Рог изобилия. Кадуций, кадуцей, жезл Гермеса, бога торговли и плутовства. Хотя больше на знак медицины, конечно, похож. И натурально выглядящий натюрморт. Тавтология. Из рога изобилия. Так, это нам подарок с места Киева, месту Харькову. Архангел какой-то там. Гавриил. Пускай будет Гавриил. Вон он, памятник. Вечеру пятницы. Никакого другого названия я для него не придумал. Пускай будет памятник вечеру пятницы. Лежа на диване с чем-то в руке, бокалообразным. Так, ну и пошел
театр, Харьковский оперный. Фонтаны выключены, пока только вот такие переносные. Наш земляк Леонид Быков. Кадры с фильмов будут одни старики. Его же фильма, где он и актер, и режиссер. Ну и зеркальная струя. Плюс храм жен Мироносец, который был снесен в 30-х годах, по-моему, 20-го столетия. И отстроен буквально вот в 14-м году, он еще строился, я помню, снимал здесь перед армией. И он был в лесах, в строительных кранах. Мы сейчас пойдем вон туда. К Успенскому собору. 15 августа 2018 год, Харьков. Ты посмотри. Президентская кампания еще не началась. Только 1 декабря будет. А Юлия Тимошенко уже не то что на всех бигбордах, билбордах, радиостанциях. Лезет из всех щелей. Лидер партии «Батькивщина». Лады. 15 августа 2018 год, Харьков. Ну, похоже на Юлю.